побольше голов, так скажем. Но самое главное, выиграли. То, что касается реализации, конечно, очень было много моментов, как заметили, но главное, выиграли. Ну, сейчас болельщики «Спартака», они такие очень доверчивые, и видя команду в таблице на первом месте, естественно, все начинают сейчас думать о чемпионстве. Давайте не будем об этом думать, потому что сегодня был 4-й тур, если не ошибаюсь. Вот, поэтому спокойно продолжим работать. Ну, как вот сделать так, чтобы в команде такие мысли тоже, ну, как, не знаю, абстрагироваться от них надо? Или что вот для этого сделать, как капитан? Не задавать такие вопросы после игр, ребят. Как ваши дела, как ваше здоровье? Уже сказал, вот здесь минуты 30. Извините, Георгий, я отвлекся на молодого перспективного, одного из лучших игроков сегодняшнего матча. Могли бы сказать. Я волнуюсь за ваше здоровье. Михаил, получится, не знаю, Игнатов. Согласен. Да. Разбирайтесь. Ну. Здоровье хорошо, нормально. К следующей игре уже 100% буду готов. Поэтому все хорошо. Ну, то есть сегодня была вероятность, если бы от вас зависело, что вы могли выйти в основном составе? Не понял. Ну, в основном составе могли выйти. Если бы это зависело от вас по здоровью. Ну, во-первых, я благодарю тренерский штаб и медицинский штаб, что поберегли, и все так получилось. Вот. Поэтому сегодня был не готов играть на 100%, поэтому решение было такое. Как вы оцениваете свой статус на будущее? То есть теперь вам придется доказывать, или вы как капитан рассчитываете вернуться в основной состав? Литвинов очень хорошо играет. Вот. Сегодня ребята сыграли на ноль. Вот, поэтому будем доказывать. Недельный цикл начнется и будем работать. То есть у вас нет уверенности, что вы будете в основной основе? Не задавайте этот вопрос, пожалуйста. Георгий, есть вопрос по поводу игры. В общем, «Спартак» очень много сегодня бил, 26 ударов, но при этом всего два. Это же хорошо. Всего два мяча, то есть маленькая реализация. С чем это связано, на ваш взгляд? Этого было достаточно для победы, поэтому так. А то, что били, создавали моменты, это хорошо. Нет ощущения, что «Спартак» стали более лояльно сейчас судить после встречи вашей я команды? Я судейство не комментирую, вы знаете. Ну хорошо, вот эта встреча с судейским корпусом, она как-то помогла? Стало ли вам более понятно трактовки? Ну, я узнал несколько правил, да. Какие, например? Что вы не знали? Которые не знал. Вот, логично. Но вы имеете в виду фиксация игры рукой, пенальти, назначение, еще что-то? Потому что это всегда дискуссионная история. И такие моменты тоже, да. То есть что-то для вас в правила было такое, что вы, чего вы не знали? Ну, каждый год вносятся какие-то правила, какие-то трактовки, поэтому было приятно встретиться, обсудить с глазу на глаз, задать вопросы. Вот, поэтому хорошая встреча. Сегодня болельщики скандировали не только про команду, но и кричалки Сербия Косово. Каково ваше отношение? К чему? Ну, вот к этому вопросу на Балканах. А зачем мне задавать такой вопрос после игры «Спартак» «Урал»? Ну, это же было частью игры, все равно же... Я не слышал. Вообще не слышал. То есть, получается, нет... То есть, получается, вы считаете, что даже если... Георгий, я считаю, что мы должны разговаривать про игру «Спартак» «Урал». Вопрос... Это я считаю. Футбол должен быть вне политики, получается. Я ответил на вопрос. Вопрос по результативности в этом чемпионате. С чем связываете то, что так много голов забивается? Есть версия, что уехало много иностранцев, и русские защитники не очень-то квалифицированы. Вам наверняка это обидно слышать такое. Почему? Ну, потому что вы русские защитники, вы достаточно квалифицированы. Я грузин вообще. Хорошо, вы российский защитник, и вы достаточно квалифицированы. Так, вы разбираетесь в футболе дальше. Но почему? Почему так много голов забивается, как вы сами видите? Ну, это же хорошо, когда наши ребята забивают голы. Мы же забиваем голы. Да. Не я же в защите против своих ребят. Ну, результативность нашего чемпионата скоро сравняется с результативностью медиалиги. Так это хорошо. Это очень круто. Будем ждать. Соболев сказал, что у вас возникла какая-то проблема с оформлением фан-айди и пошутил, что дело в гражданстве. Можете рассказать, что у вас возникли, какие проблемы, как их удалось решить? Нет, проблема в том, что Соболев не умеет шутить. Вот единственная проблема. Многие его, кстати, за его шутку, ну или не шутку, за фразу про то, что придите на медиалигу и вам не захочется смотреть на Уфу, очень много восприняли ее так, ну, в штыки. Что вы думаете? Я ему тоже за эту шутку сказал. То есть за ее подачу или за суть? То есть вы согласны, что медиалига интереснее, чем... Чем что? Чем некоторые матчи российской премьер-лиги? Ну, какие-то матчи, возможно, да. Например, моей команды. Вы хорошо сыграли? Смотрели? Смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо. Георгий, уже говорят о соперничестве заочном вашего и «Зенита».
Четвертый тур. Четвертый тур. И что? Тур. И что? Ничего. И что? Нет соперничества? Спокойно, все, знаете, пошли, да? Подождите, да, не уводите, мы только начали. Георгий, так как нам смотреть на это соперничество? Как нам смотреть на это соперничество? Георгий, как смотреть на это соперничество? Георгий, Георгий. Говорят, много профиков у вас.